еще один коротенький треп, за что я люблю и ненавижу Уэльбека. Треп коротенький, если помните, я читал такой текст блога, в котором была прямая отсылка к дехуманизации, да, помните, возможно, кто давно подписан или кто читал все мои начитки по блогу. Так вот, за что же я люблю и ненавижу Уэльбека? С одной стороны, мне не близки многие темы, персонажи и в целом его книги. То есть не то чтобы они, знаете, далеко это все от меня, нет. Не то чтобы это все прямо вот далеко или было непонятно. Просто есть у меня какое-то вот непринятие. За что же я при этом люблю Уэльбека, да, странно, казалось бы. За то, что он внезапно чертовски талантливый писатель. Если он описывает какого-нибудь персонажа, позитивного, негативного, а чаще у него бывают еще персонажи, которые я бы назвал никакие, знаете, типа человекоподобное чмо. Он описывает их прекрасно просто. У него очень живой язык. Ты очень проникаешься. Тебе, когда читаешь, иногда хочется этому литературному персонажу харкнуть в лицо. Уж извиняюсь. Или сказать какое-нибудь слово. Да, это странно, допустим.